Для кого-то этот день навевает и грустные мысли. Как-то все неожиданно в 14 лет. Вот как в этой песне поется. Куда уходим детства, какие города, и где найти нам средства, чтобы попасть туда? Детство, может, и уходит, но важнее, что будущее стучится в твою дверь. И это внимание именно к тебе. Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Елена Стукалова вручает паспорта юным мытищинцам вместе с памятными поздравлениями губернатора. Это как бы приглашение к активной жизни, выбору своего места в сложном процессе общественного развития. В этот день страна отмечает и День российского флага, а это и история, и современность. Действительно знаменательно, что в такой большой день вы, счастливцы, пришли получить документ, который гарантирован самым главным документом России, Конституцией, что вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации. Многое придется узнавать и осваивать с других позиций и с другим отношением со стороны ближайших родственников. Они всегда рядом. Виолетту Плеханову пришла поздравить и напутствовать ее бабушка. Выросли дети, да? Выросли, незаметно. Но мне так приятно, что вот теперь и моя внучка получила паспорт. Быстрее растут, быстрее взрослеют, поэтому 14 лет – это все оправдано. Я чувствую себя гражданином уже полноправным. Не просто как свидетельство о рождении, уже паспорт есть. Ты должен достойно представлять нашу Родину. А для этого ты и гражданин. Обычный летний день. Осознание его значения придет, может, и не сразу. Но новая роль в жизни уже состоялась. Сергей Берзин, Олег Степанов. Информационная программа «День».